Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейном творческом канале. Сегодня хочу вам показать очень интересную новинку из Fix Price. Красивую коллекционную куклу. Вот таким образом она упакована. От фирмы Play Game. 3+ возраст стоит. Кукла, игрушка коллекционная Алиса. Посмотрите, какая она красивая. Сейчас мы с вами распакуем и посмотрим поближе. В коллекции у нее здесь очень много еще идет куколок, посмотрите. Они все с одинаковыми лицами, но у них у всех разные одежды и разным цветом волосы. Изготовитель Китай, срок годности не ограничен, для детей старше 3 лет, коллекционная кукла Алиса. И как вы видите, написано, что у нее подвижные суставы ручек и ножек. С этой стороны коробочки мы также с вами видим коллекцию этих куколок. Ее цена в фикс-прайсе 149 рублей. Посмотрите, какая маленькая малышка. Очень у нее реалистичные глазки. Посмотрите, они как живые. Реснички нарисованы, но такое ощущение, что как будто бы они тоже 3D наклеены. Глазки прям настоящие. Она у нас, как мы видим, блондиночка, но волосы у нее отливают в немного в розовый цвет. Одета она вот в такое вот розовое платьишко, белые рукавчики. И давайте посмотрим на ее суставчики. У нее все ручки гнутся, посмотрите. И также в локтевых суставах тоже все гнется в разные стороны. Шикарная разработка, конечно. Здесь у нее вот такое тельце. Вы знаете, она такая тяжеленькая, очень увесистая куколка. Коленочки тоже гнутся, и также гнется у нее вот тут вот в суставчике. То есть ножку можно поставить по-разному. Она также сидит, ну и, конечно же, у нее крутится голова. Сейчас посмотрим ее волосики. У нее очень длинные волосы. Как вы видите, они прям длиннее самой куколки идут. И, на удивление, неплохо сделаны. Очень много волос. Конечно же, есть небольшие проплешины. Вот, как мы видим. Но бывает, что и хуже. В принципе, когда вот прически сделаны, этого не видно, потому что это все-таки такая коллекционная кукла, не для игр. Но лицо у нее... Наверное, красивее кукол в фикс-прайсе еще пока не встречала. Кстати, у них там еще появились очень интересные новинки. Куклы разных стран. Куклы России, куклы Индии и так далее. Тоже достаточно интересные, но они выполнены такие в форме Барби, очень высокие. А эти куколки привлекли тем, что они такие вот миниатюрные, что у них подвижные суставы, можно ее по-разному поставить. И... очень очаровательно сделано лицо. Настолько хорошо проработано, детально. Но у нас куплена еще одна куколка. Вот такая вот. Посмотрите. Все то же самое, у нее все так же гнется. И вот, как вы видите, у них абсолютно одинаковые лица. Выражение лица абсолютно одинаковое, но мне кажется, что за счет разного цвета волос они немножечко по-разному смотрятся. Вот таких вот две сестрички теперь у нас. У нее здесь такой пышный хвост. По поводу волос, конечно, они немножко вылазят. Но, в принципе, можно снять голову и изнутри проклеить клеем, и тогда, наверное, будет лучше держаться, чтобы она не облысела. Ну, а в принципе, я очень рекомендую эту покупку, как в подарок, так и просто купить своему ребенку.
дочки, внучки, сестренки, кому угодно, подружки, потому что действительно куколки стоят своих денег. 149 рублей – это супер цена для таких вот очаровательных малышек. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также повторюсь, что у меня есть еще два канала на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Ссылочки будут под видео в описании. Подписывайтесь, пишите комментарии, я всем отвечу взаимно. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.